кошмарный провал команды Овечкина. Ови, конечно, продолжает забивать и догонять Грецкий по количеству голов. Но Вашингтону это не помогает. Команда в дедлайн устроила распродажу, продав Орлова и еще нескольких важных игроков. Кэпс прилично отстают от зоны плей-офф и впервые за 16 лет могут туда не попасть. Подписывайся, чтобы узнавать о хоккее больше.